Приветствую вас, дорогие друзья! Полоцкий вестник всегда есть что почитать. Завершился один из важных этапов избирательной кампании в Палату представителей Национального собрания. В свежем номере газеты публикуются сообщения о том, кто зарегистрирован кандидатами в депутаты Палаты представителей по Полоцкому городскому избирательному округу номер 27 и Полоцкому сельскому округу номер 28. В ближайшее воскресенье свой профессиональный праздник отмечают строители. О ком накануне праздника рассказывают журналисты Полоцкого вестника, читайте в свежем выпуске газеты. Редакция продолжает цикл публикаций на тему благоустройства по наведению порядка на земле. Оказаться на больничной койке можно абсолютно этого не ожидая. Но если уж случится заболеть, то лучше выздоравливать с комфортом. О том, какие полоцкие организации помогают учреждениям здравоохранения, читайте в свежем номере нашей газеты. Компания Restrade, хорошо известная своими магазинами торговой сети «Дионис», отметила 10-й день рождения, подарив своим сотрудникам замечательный вечер. Все подробности в специальном репортаже газеты «Полоцкий вестник». Спешим сообщить, что в субботу, 13 августа, в Фариновском сельсовете вас ждут на праздник «Фариновская марка», а в воскресенье, 14 августа, состоится традиционный фестиваль «Полоцк. Медовая столица». Кроме этого, в свежем номере газеты официальный отдел, горячие линии, литературный ковчег. И, как всегда, кроссворд, гороскоп, рецепты проверенных блюд и афиша культурных событий Полоцчины. Мы постарались сделать свежий номер интересным и полезным каждому читателю. Полоцкий вестник – газета для всех и для каждого.